С вами маг-чародей Антон Чалей. Вы, наверное, подумали, что я сейчас достану Лего, и мы будем вместе с вами собирать его. И это, наверное, будет немного глупо. Но нет, фирма Лего настолько продвинула, что делает не только конструктор, но и целые компьютерные игры, такие как Лего Звездные войны. Смотрите, тот чувак на заднем плане, он такой, типа, не понимает, что тут делать. Типа, ремонтирует, смотрите, так, не знаю. Не знаю, что тут делать. Не понимаю. Надо долбануть ключом. Так, вот так вот. О, нифига себе, тут сразу все началось. Так, на что стрелять? П, атака какая-то. О, нифига себе. Вот это да. Так, подождите, я телочка? Нифига себе, это что такое? Переселение душ быстрое? Вот, ой-ой-ой, я чувака. Ну, нифига себе, так. Так, так, блин, давайте я чувакой буду. Чубака вроде такой неплохой. Неплохой чувак. Так, бросаем туда мину. Мину ты умеешь бросать, чувак, чубака. Нифига себе, какой, блин, здоровый робот. Он что-то рассыпалось. Мы можем построить, прикиньте. Мы что-то построили, вот это да. Вот это прикольно. В самой игре ты можешь строить что-то. Так, я просто мастер, смотрите. У нас появился новый какой-то... Какая-то обезьянка появилась, смотрите. Теперь я за обезьянку. Оп, залез куда-то. Блин, ну игра вообще прикольная. Так, а тут кто нам? Чубака, блин. Ну я что, не подхожу? Смотрите, какой красавчик. Я, конечно, поменьше, чем Чубака. Он такой разводит, типа... Нет, блин, чувак, не подойдет ничего. Ну, давайте попробуем, что я могу сделать. Ух ты! Вот это четко. Вот. Так, вверху нам нужен Чубака, так? Давайте меняемся с Чубакой. Оба. Профессиональное переселение душ. Сверхъестественному и не снилось. Нифига себе, я растягиваю какую-то ерунду. А вы что туда лезете? Помогайте тут. Чубака тут, походу, самый такой герой такой вообще. Пробегаем туда. Блин, а этого чувака нельзя так убить, что ли? Тянем, тянем, растягиваем эту штуку. Сейчас мы фиганем ее, блин. Давай! Давай, чувак! Красавчик! Та-да! Взрыв! Во, все как мы любим, офигительно! А чем мы из-за этого чувака? Он такой, йоу, гангста, гангста! Что в меня много они настреливают как-то? Вам не кажется? Что ты в меня с бананом, что ли, прикрывался? Или что это было? Так. О, подождите, что это у нас синее вокруг? Что мы сделали такое сейчас? Так, двигаемся дальше. Так. О, нифига себе, вот по этой цели попали. Четко. Так, так вам всем. Знаете, почему я много так стреляю? Потому что я могу. Так, так. Тут маленький говнюк нужен. Окей, маленькая обезьянка. А, нужна помощь. Нужна помощь. Эй, чуваки, помогайте мне. Слышь ты, чувак, помогай мне. На тебе, пендаля. И тебе. Давайте посмотрим, что дальше. А, блин, наверное, вот эти вот чуваки должны помогать. Маленькие говнюки за мной. Не знаю, почему их говнюками называю, но они такие няшные. Давайте, ребята, поднатужимся. Поднатужимся давайте. Стянем эту фигню. Ой-ой-ой. Не удержался. Давайте соберем что-нибудь. Так, что это у нас получается? Нифига себе, мы какой мощный теперь. Ага, и тут, подождите, нужно еще что-то собрать. И нафига, вы так, что ли, перепрыгнуть не можете? Дураки, что ли? Так, и что это мы построили? Так, нифига себе, что я сделал сейчас. Эй. Че ты такой борзый? На тебе, четко. Теперь мы на такой здоровенной фигне. Маленьких говнюков главное мне не побить. А то они хорошие. Так, ой, мы нечаянно сдавили маленьких говнюков. Он приплюснулся, прикиньте, и опять восстановился. Так, чуваки, извините, вы же там восстановитесь, да? Маленькие говнюки вообще спасают от этих звездных захватчиков. Они прям молодцы, если честно, партизаны прям. Уважаю. Только, блин, они такие маленькие, что я нечаянно их давлю. По чуть-чуть. Нам, походу, надо слезть, я так понимаю. Ага, и что-то построить. И что это мы им поставили?
Прикиньте, мы им походу кинотеатр поставили. Они стали нам благодарны, да. И тут мы внезапно их окружили. Так, я кто? Я Люк Скайуокер. Ну прикольно, у меня есть такой меч. Сейчас такой... Черек, блин. Да-да. Вот это эпично. О, с них тоже можно, походу, что-нибудь построить. Давайте построим что-нибудь. Нифига себе, я тут построил. Что это такое? Блин, и раздолбил из-за этих негодяев. Давайте строить опять. Вот это он прикольно строит, не то что эти штуки. А, это нам нужно вот этим хреном. Походу, чувак, давай, что-то делай с этой фигней. Ты хоть умеешь что-то делать? Ну ладно, давайте построим еще одно. Поменялись. Мы теперь Дарт Вейдер. Прикольно, Дарт Вейдер. Так, и что нам нужно делать дальше? Вот что-то выдергиваем отсюда. Несем какую-то чётенькую батарею. Да-да. Еще одну батарею сейчас на него понесем. Давай, давай, подлетай. Так. Он такой охренел просто. О, маленькие говнюки танцуют. И вот этот чувак, смотри, такой. Сто процентов! 100% фигни какой-то золотой. Ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд. Сверху это фокусы, снизу это геймвлог, это плейлист на игры. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самый интересный из них попадает сюда. Всем пока!